Всем привет! Я Кувшинов Владимир. Сегодня я нахожусь в гостях на одной из самых крупных ферм в России по разведению молочных коз. Это эталон молочной козы, заанинская коза. Вот эти самые иностранки, которые приехали к нам. И нахожусь вместе со специалистами предприятия. Сегодня моя цель визита сюда следующая. Большинство коз, которые здесь находятся, уже прошли через случку. Имеется определенный срок сукотности. И мы хотим скорректировать рацион кормления для того, чтобы подготовить животных к проведению охоты. Этот период у коз, он не такой длинный, как у коров, поэтому задача очень серьезная и важная в жизни этих животных. Постараемся со специалистами сегодня вникнуть во все детали и на основании данных хозяйства подстроиться под запрос наших партнеров. Сегодня мы находимся на комбикормовом заводе ООО «Протект Фит», который специализируется на производстве защищенных белковых кормов, комбикормов для продуктивных КРС, МРС. Хотим задать вопрос директору по производству ООО «Протект Фит» Кувшинову Владимиру. Владимир Сергеевич, сегодня вы посещали крупнейшее хозяйство на юге России по разведению продуктивных коз. Это предприятие, которое приобретает ваши корма для продуктивных коз. И мы видели, как при раздаче корма козы, обгоняя друг друга, поедали этот комбикорм. Расскажите, пожалуйста, о преимуществах данного комбикорма для дойных коз, которым вы кормите данное предприятие. И может, есть какие-либо секреты в его производстве? Ну, конечно. На самом деле секреты есть в любом деле. Но в нашем деле секретом является тот ингредиентный состав, само собой, который мы применяем для элиты, для этой. Но еще и одним из основных – это качество оборудования применяемого и технологических линий, которые мы используем. Вся продукция проходит термическую обработку в процессе гранулирования, качественную упаковку, палетируется в полиэтиленовый пакет и доставляется на производство уже в таком виде конфетки, завернутой. Владимир Сергеевич, на вашем сайте и в социальных сетях есть информация, что своим клиентам и постоянным покупателям вы бесплатно оказываете ветеринарные услуги, зоотехнические консультации, проводите аудит по кормлению и составляете рационы. Так ли это? Да, для своих постоянных клиентов, партнеров, которыми являются не только такие элитные хозяйства, как мы сегодня видели, но и небольшие фермерские предприятия с поголовьем там от 2 до 200 голов. На самом деле, да, у нас в штате есть, кроме квалифицированных специалистов по кормлению, есть и ветеринарный специалист, который своим свежим взглядом всегда может оценить ситуацию в хозяйстве, дать несколько советов, так скажем, со стороны. Потому что большой опыт работы, которым обладаем и я, и наши специалисты, они неоценимы просто в нашей постоянной работе. Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Успехов вам в вашей нелегкой работе и много-много вам клиентов. А вот и сам комбикорм для дойных коз Капра. Который поставляется на данное предприятие козоводческое. Гранула цилиндрической формы, довольно-таки плотная.